Я очень рада, что наконец я здесь, в своем любимом городе. Сколько бы где я ни путешествовала, ни выступала, этот город я люблю больше всего. И спасибо вам всем, что пришли. Сначала хочу сказать, мне часто задают вопрос, почему многие свои стихи я пишу от мужского лица. Сейчас я постараюсь вам на него ответить. У каждого из нас в жизни бывают тяжелые ситуации или вопросы, которые вы хотели бы решить. И в такие моменты очень нужен человек близкий. И желательно, чтобы этот человек был рядом. Но это не всегда возможно, и такого человека я постаралась найти внутри себя. Я строю дом. Былом все стены в дырах. Причина есть, сколь заглянуть назад. Как будто коммунальная квартира моя душа пускала всех подряд. Один пришел в резиновых галошах и нас разбегу на мою постель. Другой пришел непрошено, непрошен и вышиб дверь парадную с петель. Моя душа вмещала эгоистов, лжецов и трусов, полон был мой дом, и я с талантом юного артиста всех поместил за праздничным столом. Ломали мебель и крушили стены в моем дому, я был тому виной, и даже тех, кому мила измена, я тоже приволок к себе домой. Дворовых девок, нищих падших духом, вмещал мой дом и почивал гостей. Я становился холоднее и строже, мой дом трещал на несколько частей. Однажды утром я проснулся ярым, прогнал гостей, посмотрел вокруг. Мой дом пылал и мучился пожаром, но ни один не протянул мне рук. В одно мгновение я остался нищим, но я живой, я все еще дышу и строю дом на месте пепелища, но никого в него не приглашу.